поток открыл, она более темная. Время было достаточно. Половина десятого. Еще успеем кабину. Что нам охота сегодня еще тут что, пойти там запирать, заколачивать, что-то не сделать. Ну давай, Вадим. Завтра мы уезжаем. Наказы какие есть? Все двери наши открыты. Когда бывает, надо походить мимо. Кто-нибудь туда зайдет, когда она будет в городе, чтобы заезжал. Чтобы может остановиться негде. Летом прошло наше благополучно, Господь позвонил. Выезжаем мы изгобанные, мысли не потеряющие. Ну и рады смотреть, вот ваши эти мастодонты стоят. Видел? И Господь как бы не привел. Ну что, Игорь, тебе надо заезжать, ты всегда заезжай. Хорошо, спасибо. Ты знаешь, что тебе двери всегда открыты у нас были. Ко мне какие есть слова? Выскажите все, пока я не уехал. Это за глаза. Слава Богу, все. Слава Богу. Господь дает и приобрели мы здесь очень много. Очень много. Рады, если вы видите, когда будем гнать вас, неправильно вас. Велика ваша награда. Это Господь так делает. Гнали всех Христа, гнали до распятия, Павла голову отрубили. А кто мы другие? Если такое, ладно, да мило, один поэт писал, смотрите, получится, не радость, а мыло. Так что, благодарю всех. Так, Надюша у меня уехала, Татьяна, я понял, так, спаси Христос. Если когда будете, всегда заезжайте. А дальше Господь усмотрит. Как-то уезжать даже неохотно. Настолько все. Нынче людей было много, там и Симаковский-то подправили. 14 мужиков работало одновременно. Ну и все пока хранится. Да, я забыл сказать. А где Степа? Ушел. Уехал? Я ему сказал, он на Симаковском прудом главный. Чтобы он смотрел, ничего нигде не ломали, камни туда, глину не бросали. И он согласился. Так, ну а с вами я сейчас договорюсь. С Богом, простите меня, Христа, сегодня на занятия придем еще, пойдем.